Всеволод Чаплин призвал полицию и церковное руководство дать оценку ДТП с участием священнослужителя. Об этом он заявил в интервью журналистам. Церковная власть таким ситуациям всегда дает оценки. Виновен человек или невиновен, нужно установить. И здесь должны разобраться и светские правоохранительные органы, цитирует протоиерей СМИ. Чаплин также напомнил, что многие священнослужители добровольно отказываются от управления автомобилем, так как за попадание по их вине в ДТП церковь может лишить их сана. ДТП, о котором идет речь, произошло поздно вечером, 31 июля. Однако СМИ узнали о нем лишь 2 недели спустя от пострадавшей. Сообщается, что двухместный спортивный БМВ под управлением настоятеля храма Ильи пророка игумена Тимофея в миру Алексея Подобедов врезался в Volkswagen Touareg. От удара БМВ вылетела на встречную полосу, где столкнулась Toyota Corolla, которой управляла пострадавшая. По рассказам очевидцев, священник отказался проходить медосвидетельствование.